Есть мали вон лари пентруной, сыловедем, а зеленой. Бине отсвинит. Заман хай ролсун, сайглы мусаферляр. Кож гельднись, бизя школа я. Юримись отчик, ени дослуг курма. Екмек хем туз, каршын изда олсун. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Çok güzelim. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Çok güzel. Çocuklar, vay vay vay, canlarım benim. Я думаю, что не всегда к нам приезжают такие столь высокие, важные гости, потому что в гостях у нас сегодня посол Турции в Республике Молдова. Давайте поприветствуем его. И уже не первый раз к нам приезжают представители Ассоциации бизнесменов Турции в Республике Молдова, и вот представитель ассоциации среди нас. Я хочу сказать, что мы всегда рады гостям, мы рады вас приветствовать. И в дар того, что вы находитесь у нас, ребята хотели бы подарить вам подарки, сделанные своими руками. Подойди ко мне, пожалуйста, лично господину послу, пожалуйста. Это сделано своими руками. И, конечно же, вам. Спасибо. И, конечно же, вам. Ben bugün burada sizlerle olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın müdür, sayın vali, sevgili çocuklar. Я сегодня очень рад присутствовать вместе с вами здесь, уважаемые представители района, дорогие детки. Biz sizleri çok seviyoruz. Мы вас очень любим. Bizi çok seviyoruz. Sizler bizim soydaşımızsınız, kan kardeşimizsiniz. Мы вас очень любим, мы любим всю Гагаузию, вы для нас братья по крови. Sizlerin geleceği hepimizin geleceği. Şurada var mı hocam? Evet. Onun için biz sizlerin en güzel şekilde yaşamanızı isteriz. Bugün Moldova Türk İş Adamları Derneği Başkanı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı koordinatörüyle buradayız. Okulumuz var biliyorsunuz, Horizont okulları. Evet. Onlar buradalar, temsilcileri burada. Hepsiyle birlikte burada çok biz onu tercüme edebileceğim mi? Çam sakızı çoban armağanı deriz. Böyle bir armağanı. Onu bilmiyorsun. Ufak da olsa sembolik bir hediye verecekler. Вы наше будущее, поэтому мы сегодня здесь вместе с председателем Ассоциации турецких бизнесменов в Молдове, вместе с координатором программ ТИКа в Молдове, вместе с представителями лицея «Оризонт». Мы здесь для того, чтобы вам подарить небольшие подарки, хоть символические, но очень, надеемся, ценные. Иншаллах, gelecekte bunu bir başlangıç sayın. Ben bir yıldır Kişinev'de görev yapıyorum. İnşallah görev süresince tekrar tekrar buraya gelirim. İnşallah daha güzel işbirliği de yaratırız. Sizlere daha çok destek olmaya çalışırız. Ben sizleri tekrar yürekten selamlıyorum. Burada iyi ellerdesiniz, emin ellerdesiniz. Bunun da kıymetini bilin derim. Sizler de çok çalışın ve en iyi yerlere gelmeye bakın. Можете считать этот визит как начало того, что мы в дальнейшем тоже будем стараться помогать вам. Я всего лишь один год в Молдове, и на протяжении дальнейшего своего пребывания в Молдове буду стараться всегда оказывать помощь. Вас еще раз хочу поприветствовать. Хочу вам сказать, что вы здесь в надежном месте. Вот. И сказать, что всегда будет с нами. Да, да, что всегда будем рядом. Можно подарки взять? А что, Таня,
Они к нам приезжали, помогали нам одеждой. Они звонили о том, что они должны приехать еще 2 месяца тому назад. Мы их ждали, у них не получилось. И буквально позавчера вечером мне позвонили, сказали, что они сегодня будут 3 часа дня. Посол, турецкий посол турецкого посольства и ассоциация бизнесменов Турции, которая работает, сотрудничает с нами. И я, как поняла, это происходит благодаря Башкану.